начнем. Подставить. Господа, рад вас приветствовать на Марьевском водохранилище, на Кубке Марьевского водохранилища. Девиз нашего мероприятия – максимально получить удовольствие и максимально словить много рыбы. И чтобы те люди, которые не попали по каким-то причинам на Кубок Марьевского водохранилища, просто сидели за монитором или за телефоном и истекали слюной. Восток 21. Благодаря Кричевичу у нас столько чемпионских секторов стало. Родники и ямы. Родники и ямы. Мотыльные пятна. Восток 21, пятый сектор. Мы его всю дорогу кормим. Пятая команда. Отлично. Поликарп. Першотравленск. ЦК. Харьков. ЛКСМ. Всем привет, дорогие друзья! С завтрашнего дня начинается Кубок Марьевского водохранилища, и мы в нем участвуем. Команда Поликарп вас приветствует. Жеребьевка прошла, вытащили мы 16 сектор. Сейчас будем располагаться. 18:00 у нас фуршет. Ну а завтра в 8 часов утра старт этого мероприятия. Будем работать. Ну а пока все, будем разбивать лагерь, пока у нас куча работы, оставайтесь на связи. Итак, друзья, прозвучал сигнал старта, удочки мы сразу забросили, подготовили насадочки какие там, придумали сразу со старта, кинули со стиками, кормление у нас через часок только. Но мы кобрами подкинули бойлов в точку. Надеемся на быструю рыбу. Так что давайте, друзья, оставайтесь с нами. Я думаю, что я просто уверен, что мне будет что вам показать. Ну а там как получится. По водоему только слышно звуки кобры. Все кормят. Но мы сейчас минут 15, наверное, кидали. Сейчас у нас маленький перекур. И потом еще немножко подбросим. А потом уже будем кормить тяжелой артиллерией. Ну что, друзья, прошло у нас полдня. Мы поклевку не заслужили пока. Соседи вроде как претендент на Big Fish поймали 17-350. Ну, у нас пока не было ни одного пика даже. Нет, хотя вру, один раз пикнуло. Сказать, что мы не работаем, кормим кобрами с помбами. Кормим, но пока мы не получили ни одной поклевочки. Будем работать дальше. Будем смотреть, что у нас из этого получится.
близится к концу первые сутки соревнований. У нас особо похвастаться нечем. Было у нас ночью два незачета. И в мешке у нас в 2 часа ночи у нас был такой паровоз хороший. Прям душа радовалась. На 4900 карп. Взвешения еще не было, судьи не приходили. Пытаемся что-то сделать, работаем. Все, что мы умеем и все, что от нас зависит, мы делаем, не ленимся. Надеемся, что результат мы улучшим чуть-чуть и рыбка к нам подойдет. Ну, пока все. Ну, мы так и предполагали, что тут рук хотя бы у нас хорошая новость. Мы взяли очень красивую рыбу. Карп на 16-100. Смотрите, как это было. Помакай его потихонечку и не спеша. И уж как раз. Иди в папку, мама. И уж я как раз попал в кадр. Да? Саша, подсак. Бегу.
Давай сюда. Ага. Всем доброе утро, друзья. У нас крайнее утро соревнований. О, у нас поклевочка. Поклевка, поклевка. Сектор нас радовал редкими, но стабильными поклевками. Мы своим результатом довольны. У нас рыба была по нарастающей. Ну, я имею в виду первые сутки меньше, больше, больше, больше. Вот сейчас только прошло утреннее взвешивание. Мы сдали 5 рыб. А нет, 5 рыб у нас было в мешке, плюс шестую мы взяли во время того, как судьи у нас взвешивали. И вот полчаса назад был сход, прямо у подсака, обидно, конечно. И вот сейчас, как вы можете наблюдать, у нас идет вываживание. Сейчас позавтракаем, дождемся гудка и будем собираться потихоньку. Ну а потом вам покажу немножко линейку, награждение и все такое. Надеемся, мы ее возьмем. Хочется нам хотя бы одну рыбу взять на финальное взвешивание. Yes.
Богдан ставит насадочку. Рекомендую. Вот производитель Fisher, это наша украинская. Харьковские ребята шьют, очень качественная сумка, мне понравилась. Спасибо вам, привет с рыбалки. Насадочки всегда свежие, холодненькие. Жара эти дни была ужасная, просто в тени даже было невозможно находиться, такое пекло. Мы не сдаемся. Как видите, до конца осталось чуть меньше 2 часов, но мы работаем, надеемся еще на какую-то рыбу. Так что все, до встречи на линейке. Которые стремятся получить все команды, я думаю, это золото полубойка. Выходите, команда, также получаете протокол, сертификат на 2-суточную бесплатную рыболовную сессию от Парижского водохранилища, 2 шапки. Видео. Так что самый крутой. Закончился турнир Кубок Мариевского водохранилища. Просто так собирались быстро, жара, все, не успел я, так сказать, с вами нормально попрощаться. Будут еще рыбалки, водоемы. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я думаю, еще в сезоне мы что-то вам интересное покажем. Так что все, друзья, до следующих встреч, пока.